Добрый вечер, модные люди столицы, мы рады вас приветствовать на показе замечательного российского дизайнера Макса Либера. Сегодня Макс выступает уже в Сохо, потому что это уже уровень, это уже рейтинг. Каждый раз удивляет своим творчеством. Это человек искусства, который умеет, может, и у него все получается. А я очень рада, что в нашей стране еще есть такие дизайнеры, которым можно позавидовать, за которых можно порадоваться. Человек потрясающий, хорошим вкусом, художник, безусловно, творец, который создает замечательные коллекции именно российской моды и мировой, занимает определенно свою нишу. Тенденции в его вещах, они читаются. Fashion dark для меня немного агрессивный. Надеюсь, да. Макс не совсем русский по стилю, мне напоминает больше лондонский дизайнер. Гламурно, стильно, это как раз для тех, кто любит клубный отдых, клубную жизнь. С удовольствием мы приобрели пару нарядов в Максиме. В нашем гардеробе он был бы тоже уместен. Это встречается на мировых подиумах, это молнии, это мейкап, это стразы, да, это какие-то намордники, но тем не менее, кажется немного агрессивным, но тем не менее еще пару-тройку лет, и вы увидите это в естественной жизни. Понятно, что есть определенные вечера, вечеринки, где надо носить какие-то вещи не только удобные, но и стильные. Стиль классики, стиль милитари, стиль минимализма. Большинство людей на него смотрели, вау, то есть это классика. То, что он себя исполнил, это через год будут люди носить, и другие будут говорить, вау, а что это, от кого это? А он будет говорить, это Макс Либер. Я надеюсь, все-таки когда-нибудь я буду носить все-таки пиджак, на котором будет носить там сзади, да, лейбл Макс Либер, и буду гордиться этим. Так он рожден для этого, создавать образы людей. Ничего подобного я не видела уже на протяжении, наверное, долгих лет. Неформальный, но очень приятный. Парень молодец, стремится, развивается. Видит будущее, это очень важно в данной жизни, да. Перспектива есть. Уверена, что он добьется того, чего он хочет. Я думаю, что все байеры сейчас стремятся на этот показ, чтобы в дальнейшем купить его одежду. Я ему желаю, чтобы он не копировал из Италии, из Франции, но сделал саму свою от души. Я пожелаю и себе, и моим друзьям, и всем участникам вечеринки носить удобную, стильную, красивую, дорогую одежду, в которую надо вложиться, чтобы было приятно не только тебе, но и окружающим. Побольше экспрессии. А грандиозного успеха по всему миру. Потому что ты действительно очень достойный дизайнер. Макс, огромных-огромных тебе успехов. Ты мега такой неординарный даже человек, что он огромный-огромный работяга. Огромных успехов и процветания. Мероприятие достаточно красочное, очень много красивых, интересных людей, хорошая музыка, положительные эмоции. И рада всегда посетить клуб «Сохо». Замечательный, доброжелательный, хозяева, все так прекрасно. И хочу также всех пригласить сюда, в Soho Rooms, 21 июля, на презентацию нового сольного альбома Кирилла Андреева, солист Иванушки International.